Ну такая жара, что просто невыносимо. Возможно выглядеть хорошо в такую жару. О, ну про лободу я уже слышала, да, есть, слышала я такое, ходили такие слухи. Лучика. Хочу ли я в Москву? Бывает такое, честно. Тут просто устаешь очень. И климат очень жаркий для меня, на самом деле. Кто меня раздражает? Честно, раньше никто не раздражал. Сейчас начала раздражать Милену. Она раздражает всех, мне кажется. На острове нам готовят еду, вот. Но в Москве нет, мы сами. Кормят достаточно здесь вкусно и хорошо. Честно, только по воскресеньям у нас есть такой лайтовый денек, где можно спокойно расслабиться, посидеть в интернете. А так дни, да, заглушены, постоянные съемки, конкурсы, лобные. График очень тяжелый, и мы действительно устаем. Это настоящая работа. Мне 20 уже 8. Черт возьми. С Захаром я еще даже не пробовала, чтобы говорить, что не получилось. Ну, просто даже не попробовали. С фигурой, конечно, очень тяжко, так как здесь кормят очень хорошо. Здесь очень классные вкусные шоколадки. И здесь все девочки абсолютно набирают вес. Я в том числе. Я здесь набрала 2 килограмма. Вот. Сейчас я стараюсь следить за этим. Я сейчас занимаюсь спортом. Я бегаю по берегу. Каждый день стараюсь вечером, несмотря на усталость. Вот. И сегодня, кстати, тоже придется бежать, несмотря на позднее время. Сейчас уже 11:30 у нас. Вот. Стараюсь поддерживать спортом. Я не под эту хотела музыку прийти. Так, а я сейчас... Амиго! Кипали, амиго вчера. Я тебе ответочку. Ну, простите меня. Кухня занимает. Это не закончится. Я тоже пойду скоро бегать. Сейчас выключу интернет, побегу. Побегу по этому берегу. Здесь я, собственно говоря, бегаю. Я на Сейшелах. Привет. Ой, висну, потому что у нас плохой интернет. Да что ты будешь делать? Надеюсь. Я прекрасна. Как я могу быть? Так все хорошо. Блин, очень плохо, что вылетаю постоянно. Невозможно уже. Невозможно. О, черт, кажется, дождь начинается.
смотрите, дождь начинает. Кто тут лежит такой? Не чувствуешь? Переживает. Стрелять в Никиту. Ты что, он пустой, жалко. Я просто пули не пробиваю. Пули не пробиваю. Грузина! Вы что, в прямом эфире? Да. Ты просто пол. А вы нормальные? Откуда этот звук? Я не слышала. Да пошли вам сраку. Эй, это Амиго. Ай, что за тело? Ой, прости. Опа. Оп, это маечка, ее нож. Короче, тут у нас вот так красиво. Так красивые и такие некрасивые люди. Это мой самый лучший. Начинается дождь, все матрасики собирают. Шикарно, спасибо. Вы действительно так считаете?